Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Мальчук, заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Олександр Андрійович, ну, собственно, тема важна і актуальна. Похолодало так резко. Движемося к отопительному сезону. Это уже просто ощущается. 17 сентября городской голова возложил, собственно, ответственность непосредственно на вас за прохождение отопительного сезона. Ну, так, в комментариях было достаточно много таких вот, ну, я не знаю, комментариев по поводу того, что несколько странный способ был избран, такой дистанционный. Как вам? Ну, действительно, я был немножко удивлен, потому что я был в это время в командировке в Литве и, по сути, как бы узнал об этом из средств массовой информации. Думаю, что у мэра достаточно коммуникационных средств для того, чтобы даже на расстоянии поручить лично. Потому что, безусловно, это очень важный участок работы для города. И если нужно подставить плечо, то я всегда готов подставить плечо мэру в вопросах важных для города. Тем более, вот что касается подготовки к отопительному сезону. Несмотря на ограниченность времени уже, и, как мы видим, холодает все быстрее. Прогнозы, на самом деле, не очень утешительные по погодным температурным графикам. Вот. А проблем очень много. Вот. Соответственно, как бы, конечно, я, безусловно, включился в эту работу, еще будучи в командировке. Однако способ предоставления мне, да, таких вот полномочий, он достаточно странный. И немножко смахивает на политические уже направления. Ну, собственно, Александр Федорович не скрывает, что некая доля политики присутствует. Вот, собственно, на днях, комментируя интернет-издание «Неквести», ваше, собственно, вот его поручение относительно вас, он сказал, что, ну, у нас всегда несколько демонизируется момент пуска тепла. На самом деле, вот это все несколько преувеличено, так как у нас это происходит. Все так, в общем-то, механизм отлажен. Единственная проблема такая серьезная, это вот лимиты на газ, финансирование вот этой всей истории. И вот здесь он как раз рассчитывает на поддержку ваших бывших коллег по фракции, потому что оппозиционный блок действительно, их голоса, фракции оппозиционный блок, они влияют на перераспределение бюджетных денег. Ну, собственно, вот как-то так. Ну, что касается политики, то в том числе и в вашей студии, 2 года назад, идя на работу вице-мэра, я говорил о том, что я отхожу от политики и занимаюсь вопросами хозяйства нашего города. Да? То есть, если есть у кого-то желание вернуть меня в политику, ну, это желание мне понятно. Однако, будет ли это конструктив, ну, это большой вопрос. Вот. Что касается депутатской фракции «Оппозиционный блок», то на протяжении всего лета депутаты, в том числе и «Оппозиционного блока», решили очень много вопросов по нашему генерирующему предприятию «Облтеплоэнерго». И вот совсем недавно даже бюджетная комиссия одобрила выделение 33 миллионов таких необходимых средств для этого предприятия, чтобы запустить отопительный сезон. Однако сессия далеко, ну, до сих пор не созвана, и я уже дважды обращался к мэру с этим вопросом, что депутатский корпус готов поддержать эти решения. Нужно созвать сессию и принять все решения. То есть использовать это в качестве аргумента для того, чтобы переложить ответственность, я думаю, это не самый удачный момент. Ну а город нужно готовить к теплу, и здесь я согласен. И я буду прилагать максимум усилий, чтобы мы были подготовлены. Хорошо. Вот про деньги, о которых вы заговорили, я тоже, собственно, планировал задать этот вопрос. Собственно, когда это решение состоялось, вот это перераспределение было проголосовано комиссией, ну, такая была обнадеживающая информация. Мы прекрасно даем себе отчет, что основная энергогенерирующая компания для города Николаева – это Николаево Облтеплоэнерго, теперь это уже наше коммунальное предприятие. Руководитель ставил вопрос о том, что эти деньги нужны. Как бы прозвучало, что вот перераспределение произошло, а из того, что вы говорите, мы понимаем, что оно-то произошло, а деньги не пришли на предприятие. Да, безусловно. Для того, чтобы оно произошло, необходима сессия городского совета. Предварительно все вопросы проходят на профильных комиссиях. В данном случае это комиссия по вопросам бюджета. То есть и они единогласно поддержали. Теперь нужно выносить это решение как и голосовать. Как вот собственно, время-то идет? Как это влияет на подготовку? Это очень сильно влияет на подготовку, потому что вот если разложить по полочкам, по уровням, да, подготовительный процесс, то я могу выделить 3 базовых уровня. Первый уровень, я как называю его управленческий. То есть здесь вопросы касательно ЖЭКов,
касательно коммуникаций внутридомовых и коммуникаций, которые вот есть на уровне облтеплоэнерго. То есть техническая составляющая процесса включения тепла. Вы знаете, насколько сейчас сложно эти процессы проходят по некоторым районам, потому что есть конфликт нескольких компаний, ЖЭКов и новой компании, которая претендует обслуживать жилье, отсутствие квалифицированного персонала у новой компании и отсутствие возможности содержать штат у старой компании, ведь уже увольняются люди. Достаточно большими, как говорится, большим количеством увольняют людей, потому что нет возможности платить зарплату. Соответственно, возникает вопрос. Кто же будет включать эти задвижки, кто же будет их регулировать, соответственно, кто будет отвечать за жилую сферу. Плюс ОСМД. Некоторые ОСМД, мы знаем, работаем с ними, не своевременно подали заявки на номинации. Здесь тоже могут быть вопросы, потому что как только станет холодно и не включатся котлы, ну куда люди пойдут? Ну в первую очередь, наверное, к руководству ОСМД, во вторую очередь опять в город, потому что будет просить город помочь и решать. Но это первый базовый уровень, который можно управленческими решениями уже сегодня отработать и подготовить к 15 октября все к отопительному сезону. Второй уровень – это уровень влияния уже Киева, потому что помимо того, что основное предприятие энергогенерирующее у нас облтепло, у нас есть ТЭЦ, это государственное предприятие, которое не подчиняется городским властям, однако это предприятие обслуживает около 37% абонентов наших городских. Соответственно, треть, даже чуть больше города – также становятся заложниками от этой компании. У этой компании сейчас тоже идет активный процесс подготовки, но на сегодняшний день из 7 проблемных участков только на 3 ведутся работы, то есть к 4 еще не приступали. Я говорю о коммуникациях, об их ремонте. И, соответственно, повлиять на скорость, ну, достаточно проблемно. Безусловно, у нас есть диалог с руководством этой компании, мы строим партнерские взаимоотношения, но надо понимать управленческие связи. Здесь, наверное, придется выходить на уровень повыше для того, чтобы влиять, для того, чтобы помогать. И сложность заключается в том, что город не может напрямую финансами помочь этой компании отремонтировать сети, потому что сети не находятся на балансе городских служб. И третий уровень, на мой взгляд, самый сложный. Это уровень финансирования, потому что можно быть техническим подготовленным на 100%, но не иметь возможности закупить газ. Вот. И здесь, конечно, проблема огромная, здесь необходимо срочно собрать сессию, проголосовать выделение необходимых средств и облтепла, и ЖЭКам, которые готовили к зиме жилой фонд, для того, чтобы мы своевременно включились и провели необходимые все мероприятия подготовительные к отопительному сезону. Хорошо, может быть, по озвученным пунктам, ну, может быть, чуть подробнее. Ну, как, вот что касается конфликта фактически управляющих компаний на территории, например, Ингунского района. Ну, как-то вроде так достаточно позитивно все звучит. Новая компания, которая заходит, рапортует, что да, системы продавливаем, собственно, вот готовимся к пуску тепла. Ну вот, вы говорите немножко о другом. В четверг после возвращения из командировки первым делом я вернулся на работу и провел совещание по подготовке к отопительному сезону. Но на сегодняшний день новой компании, можно говорить, подготовлен только один дом. И то, как он подготовлен, ну, у меня вопрос, хорошо. Я не смотрел. Да. ЖКП «Пивдень», собственно, устами Артема Грозова рапортовала, что да, сложно, но мы готовим. То есть, безусловно. Из того, что говорилось, складывалось впечатление, что системы готовились, и ЖКП в том числе. Системы готовились, люди с ответственностью относятся к своей работе, однако люди хотят получать заработную плату. Сегодня у ЖКП «Пивдень» нет возможности выплачивать заработную плату людям, потому что фактически на сегодняшний момент они не знают, являются ли они обслуживающими компаниями по огромному количеству жилого фонда. Сегодня это вопросы судебные. У нас нет времени ждать решения судов. И сегодня проходит массовое увольнение на ЖКП «Пивдень». Это безысходность. То есть жилой фонд подготовлен или там максимально подготовлен, да, а когда включатся системы, необходимо регулировать по каждому подъезду, по каждому дому, в зависимости от того, как построена система. И кто-то это должен делать. Так вот, на мой взгляд, это можно сделать силами только старых ЖЭКов, где есть кадры, где они понимают, у каждого свой участок и у каждого своя разнарядка. В новой компании я не видел количества необходимых людей для того, чтобы обеспечить включение отопительного сезона. Ну, поживем, увидим, но прогнозы пока неутешительные. Но, опять же, это уровень управленческих решений. Мы будем приглашать представителей новых компаний, представителей ЖЭКов, и мы будем пытаться, потому что на самом деле жильцам будет все равно, кто не сработал. Потому что если в домах будет холодно, получать по шее будет городская власть. Я это прекрасно понимаю.
по Николаевской ТЭЦ. Ну, как-то абсолютно неоптимистично звучит заявление о том, что из 7 проблемных объектов работы ведутся только, а остальное. Ну, вот улица Московская перерыта, она перерыта, это работы ведутся? Это три участка, ну, да. Условно говоря, там ведь, я, может быть, ошибаюсь, конечно. Но там не особенно что-то происходит. Ну, мне тоже кажется, что есть проблемы, поэтому сегодня мы... То есть, я прошу прощения, если это участок, на котором работы ведутся, то это как-то не очень. То... А если есть участки, на которых даже так ничего не происходит? Да, я поэтому и озвучиваю эту проблемную точку, потому что это не уровень. Мы можем собирать совещания, мы можем смотреть друг другу в глаза и говорить о том, что нам очень нужно, а они будут говорить, что мы будем очень стараться. Но есть объективные причины по отсутствию финансирования для того, чтобы ТЭЦ наняла, грубо говоря, ремонтные бригады по всем направлениям одновременно сделать. У них сегодня так построен процесс, что они могут переходить от объекта к объекту. Поэтому нам кажется, что разрытия сделаны и вот остановлены. На самом деле бригады работают на одном объекте, заканчивая, переходят на второй объект. Но это всего лишь одна бригада. И с таким темпом, конечно, они не успеют до отопительного сезона. И мы будем иметь проблему с частью нашего города, которая обслуживается ТЭЦ. Это уже к тому, к чему нужно готовиться. Поэтому я и говорю, что мне придется, наверное, выходить на уровень повыше, потому что это государственное предприятие, оно подчиняется определенным министерским структурам, где говорить о том, что нам нужно очень срочно реагировать на ситуацию. Завтра я еду в Киев на совещание Минрегион БУД и буду в том числе об этом докладывать на совещании в этом министерстве. Ставился вопрос о возможной передаче сетей Николаевской ТЭЦ на баланс города. Что с этим? Тематика очень актуальная. Вот мы каждый год видим разрытие на одном и том же месте, улица Московская, пересечение адмирала Макарова. Ну, сегодня По нескольку раз в год. Да, мы понимаем, что, во-первых, мы не можем отремонтировать эту улицу, чтобы она была с нормальным покрытием асфальтом. Во-вторых, ну сколько же можно ремонтировать одно и то же? Не знаю, почему менеджмент ТЭЦ до сих пор не решил вопрос кардинально с ремонтом, чтобы один раз отремонтировать и закрыть вопрос. Но знаю, что в полномочиях городской власти есть ведение, скажем так, распределением этих сетей. И я настаивать буду на том, чтобы этот участок был передан городу, либо выкуплен у ТЭЦ. Но мы должны отвечать за весь город, а не говорить о том, что вот тут мы отвечаем за город, а вот этот участок, извините, он, конечно, в городе находится, в самом центре, но мы не имеем права его финансировать. Но это уже настолько, на мой взгляд, не отвечает реалиям современности, что мы просто не можем себе позволить дальше продолжать это в таком... Поэтому мы будем обращаться к руководителю ТЭЦ и повыше с просьбой передать, выкупить, какую угодно формулу мы будем искать, но сети ТЭЦ нам нужны в городе. Пускай это предприятие, вы знаете, оно сегодня выставлено на торги, то есть в скором времени, возможно, появится эффективный собственник и так далее, но ждать мы не можем. Нам нужны эти сети для того, чтобы они работали в нормальном режиме. Сегодня стало известно, что жильцы Гуртожитка рискуют остаться без отопления из-за долгов перед, опять же, Николаево Облтеплоэнерго. Ну, это такая явно болевая точка дома Гуртожитка, болевая точка по ряду позиций, теперь еще выясняется и по теплу. Что характерно, вот из того, что докладывает руководитель Николаево Облтеплоэнерго, долг каждого дома – это 300-400 тысяч. И здесь как раз по теплу есть уже прямое абонирование. Потому что Гуртожитка, который должен там колоссальные деньги за электричество, там идет борьба за то, чтобы поставить каждому учет. И вот, как говорится, виноватых отключаем, не виноватых. То здесь то и история с теплом показывает, что это не панацея. Ну, получается, что что так. С этим делать? На мой взгляд, вот Николай Логвинов достаточно эффективный директор, и он очень болеет за свое предприятие. Безусловно, он знает все болевые точки, как хороший директор, понимает, где, какие проблемы, с какими он может столкнуться в будущем отопительном сезоне. Он сделал все для того, чтобы перевести вот такие вот проблемные точки на индивидуальное абонирование, чтобы иметь возможность регулировать. Однако сегодня он действительно на аппаратном совещании доложил о том, что в результате перевода те люди, которые платили, они как бы продолжили платить. Те, которые не платили раньше, они даже с учетом собственного счетчика прибора учета перестали платить. Конечно, ситуация печальная. Я не знаю, на что рассчитывают эти люди, потому что Я прошу прощения, практика отработана. Перекрыть проспект, хулиганить на проспекте, танцевать на автомобилях, которые стоят. Ну, на самом деле это так. Да, я тоже... Полиция не вмешивается. Абсолютно.
был поражен некоторыми, конечно, этими акциями и поведением людей, которые блокируют просто часть города, привлекая таким образом, каким кажется, внимание власть имущих. Однако позиция власти, по-моему, тоже продемонстрирована очень четко. То есть есть оплата, есть услуга. Если вы не платите за услугу, то нет, она не поставляется. И перекрывать ради этого часть города, тоже, мне кажется, это не самые толерантные и цивилизованные методы нынче. Однако здесь этого оправдания уже не будет. То, что, извините, мы платим или мы не платим. То есть тот, кто будет платить за потребленное тепло, тому оно будет поставляться. Кто не будет платить, останется в холодном. И здесь будет, извините, ответственность только тех людей, которые вот считают, что им должны, наверное, бесплатно поставлять тепло. Но я не думаю, что эта практика долги. Будет это уже нужна. Колоссальные долги. На самом деле уже долги очень большие, там порядка 300 либо 400 тысяч на каждый дом, да. И это проблема. Конечно, их надо, мы сейчас даже не говорим о возвращении всех долгов, хотя бы текущие платежи нужно платить. На долг можно оформить договор реструктуризации и постепенно как-то выплачивать его, но ежемесячно нужно платить в отопительный сезон, иначе люди в этих помещениях, которые не будут платить, останутся без тепла. Это четко и ясно. А что вообще с платежами за тепло по городу? Вы знаете, на каждом аппаратном совещании Николай Юрьевич Логвинов докладывает о ситуации на предприятии. И вот что касается платежей, то здесь у нас вопросов нет. То есть уровень платежей по населению порядка 95-97%. Мы понимаем, что так в основном люди устроены таким образом, что они оплачивают, то есть свои платежи и на предприятии. Другое дело, что у нас же тариф рассчитан на отопительный сезон, а в межотопительный период предприятие остается без средств существования. Поэтому на сегодняшний день на этом предприятии зарплата выплачена только за июль. И то это благодаря тому, что происходит некоторая оптимизация на предприятии, какой-то металлолом сдается и пополняется. Вот. При этом при всем имеет огромные долги перед налоговой за необходимые платежи. Вот эти деньги, собственно, и нужны, чтобы не заблокировать со счета. Потому что начнется отопительный сезон, начнутся платежи. И предприятие потихонечку пойдет работать. Однако ему сейчас нужно помочь для того, чтобы сохранить коллектив, чтобы выплатить людям зарплату. Это тоже колоссальный труд, и его нужно ценить. Конечно, людям нужно оплатить. Поэтому, что касается жителей, в основном платежи идут, вот, бюджетные учреждения в основном платят, но в отопительный период. Поэтому как только он начнется, все будет в порядке. Но до этого периода нужна поддержка материальная. В любом случае, времени осталось не так много, и то, что, вот, собственно, что выше прозвучало, как-то так не очень все это. И проблема есть, это вот очевидно. Если мэр имел в виду, когда поручал мне, что проблемный участок и нужно вытянуть его, я, безусловно, это сделаю и выложусь на 120%, мы это вытянем. Без сна, без выходных мы будем работать в таком режиме, чтобы подготовить город. Я же говорю, то есть никто не отказывается от ответственности в этот трудный период. Я даже не о вашей ответственности, а вообще об общей ситуации. Общая ситуация, проблемы есть, но в каждом отопительном сезоне всегда были проблемы. Всегда какие-то возможности, коммуникации, которые уже достаточно изношены, отсутствие финансирования, цены на газ, номинации, дальше взаимоотношения с генерирующими компаниями в Киеве, с поставщиками. Это всегда очень трудный процесс, им нужно заниматься от оканчивания предыдущего сезона отопления и вот на протяжении всего периода до начала. Тогда вот будет результат. Вот, конечно, очень трудно обеспечить результат за короткий период времени. Фактически осталось-то уже вот меньше месяца. Вот. Но я еще раз говорю, мы сделаем все, чтобы помочь городу и вытянуть его в эту сложную минуту. Тема энергоэффективности. Собственно, видим, что вы, и у вас выше прозвучало, вы были в командировке, были в Литве, изучали позитивный литовский опыт, касающийся энергомодернизации, энергоэффективности. Из ваших комментариев в Фейсбуке видим, что изучали опыт литовских коллег по реализации проекта, аналогичного проекту «Теплый Николаев». Да, это правда, действительно. Что лучше получается у них, что лучше получается у николаевцев?
Я бы перефразировал вопрос. На каком этапе находится Литва, на каком этапе находится Украина и, в частности, Николаев? Потому что система вот, энергоэффективности и вообще вся эта тематика в Литве и в Украине очень похожа. Мне вообще кажется, что, в принципе, мы идем по общему плану. Однако Литва, по моему убеждению, находится, ну, наверное, лет на 7-8 впереди нас. И то, что мы вот два года назад о чем говорили, год назад о чем так небольшие там первые результаты нежно лелеяли, да, и говорили, что вот наконец-то у нас ОСББ пошли, и мы вот начали эти процессы. А сегодня их уже практически там более 50, которые воспользовались, и уже не один раз даже, и хотят дальше. То в Литве это просто вот массовый характер приобрело, и энергомодернизация и жилья, и бюджетная сфера. С бюджетной сферы они в первую очередь закончили, точно так же, как и мы начали с бюджетной сферы, потом переключились на жилье в запуске этих процессов. Так вот, сегодня у них энергомодернизируется жилье посредством такой же программы, как у нас, теплые кредиты, с участием муниципалитетов в виде их собственных программ, аналог нашей программе «Теплый Николаев». То, что было разработано еще депутатским корпусом и Игорем Дятловым в 2015 году. Вот это все происходит на уровне улиц, кварталов, микрорайонов. Можно идти по кварталу и видеть уже готовый дом. Дом, где сворачиваются леса, потому что только закончены работы. Дом, где только леса устанавливаются для установки утепления фасадов. И дом, допустим, который стоит, еще не приступили к работе. Это все настолько показательно. А самое интересное, что все дома практически идентичны домам, которые находятся в Николаеве. То есть мы видели те же самые хрущевки пятиэтажные. Вот она стоит унылая, и вот она уже энергомодернизирована. Но вы знаете впечатление, что это просто вот новое строение стоит. Потому что и раскраска, и расцветка, и все функции ставятся на крышу. Тепловые генераторы для получения горячей воды. Устанавливаются классные окна, причем в подъездах, то, что сегодня делается департаментом, и так далее. То есть все это приобрело очень массовый характер. На сегодняшний день Литва, я думаю, процентов на 75-80 уже закончила. То есть она уже на уровне вот таком находится. В то время, когда Николаев находится ну, на начальном этапе, и Украина, наверное, такими показателями еще не может похвастаться. Однако есть и преимущества. Ведь в Литве уже очередь стоит на энергомодернизацию, и компенсационные выплаты составляют не более 30%. В Украине и в Николаеве, в частности, мы можем сегодня эти процессы говорить о том, что компенсации от государства и от города на уровне 90%. То есть фактически весь этот объем работы необходимый можно сделать за 10% от стоимости. В Литве уже так не пройдет. В Литве уже поняли прелесть этих вопросов. Из того, что вы говорите, я понимаю, что механизмы одни и те же. Механизмы одни и те же. Вот, и знаете, это вот очень вдохновляет, когда видно, что мы идем по правильному пути. Медленно, с трудностями, но мы идем. И я буду, ну, через 7 лет говорить о том, что мы вот на том же уровне, потому что, как Литва, потому что мы увидели, что вот 7 лет где-то нас разделяет, хорошо поработать, и у нас будет 80% жилья энергомодернизировано посредством вот этих программ, которые поддерживает депутатский корпус Николаевского городского совета. В городе Каунас посещали индустриальный парк. Да, что действительно. Это? Как мы когда-то говорили, государство создает предпосылки и возможности для развития промышленных зон территории. Есть закон об индустриальных парках, который принят еще несколько лет назад. Изучив этот закон, тогда мы решили, что необходимо добавить мероприятия в программу «Теплый Николаев» по учреждению, да, по организации индустриального парка в городе Николаеве. Это дает очень много возможностей в виде новых рабочих мест, в виде подтягивания инфраструктуры. Но самое главное, это дает территорию, на которой можно развивать промышленное производство, а следовательно планировать развитие города не на завтра даже, а на 5-10 лет вперед. Очень долго шли процессы согласования, споров в депутатском корпусе. Тем не менее, депутатский корпус поддержал практически единогласно эти вопросы. И у нас в городе уже все необходимые решения для организации индустриального парка «Энергия» в Корабельном районе созданы. Сегодня в Корабельном районе есть зона заброшенная, где выпускается крупный рогатый скот на данный момент. То есть никому особо не интересный участок земли, где потенциально может размещаться индустриальный парк. Сейчас документы находятся на регистрации в министерстве, и вот после того, как они оттуда вернутся, наступит вопрос выбора управляющей компании, которая будет привлекать инвесторов. Так вот, в Литве, в городе Каунас, мы увидели это своими глазами, это 500 гектар
500. Это у нас 36 всего, а там 500 уже, потому что они в несколько этапов осваивали эту территорию. Это 32 инвестора с мировым именем. Это больше там 600 миллионов евро инвестиций в эту территорию. И, конечно, когда заходишь на территорию этого индустриального парка, это просто вот, ну, город. Огромный промышленный город с представительствами компаний, которые здесь же рабочие места, парковки, какие-то кафешки, какие-то зоны отдыха для людей. И это все вот бурлит и работает. Выезжают длинномеры, фуры, одни в обратном направлении загружаются, одни выезжают уже загружены. То есть видно, что это кипит. Это промышленная площадка. Это огромный промышленный центр, промышленная площадка, производящая разнообразные виды товаров, ну, кроме запрещенных. Вот. И вот на этой территории они пользуются, ну, какими-то льготами от муниципалитета по земле, по налогу на недвижимость, от государства на ввоз оборудования. То есть делаются такие вот мотивационные вещи для привлечения инвесторов. И если в Литве это получилось, а Литва это всего около 3 миллионов населения, то это обязательно должно получиться в Украине и в Николаеве в частности. Ведь у нас это место расположено на территории Корабельного района в промышленной зоне рядом с портовой инфраструктурой. Поэтому, в принципе, как бы потенциально есть все для того, чтобы у нас получилось. Все будет, конечно, зависеть в ближайшее время от того, как пройдет выбор управляющей компании, какая управляющая компания зайдет с мировым именем, либо, допустим, там попроще, ну как получится, да, это конкурс, здесь никто не может гарантировать. Будем стараться, конечно, привлекать максимально компании с мировым именем. Почему нужно привлекать? Потому что у компаний с мировым именем подобных проектов уже много. И фирмы, с которыми они работают по другим индустриальным паркам, всегда с интересом будут относиться к тому, что, чтобы зайти на новые территории. А это будет нам гарантировать инвестиций, соответственно, создание рабочих мест и, я надеюсь, для всего города место, где ну, такой вот сосредоточится двигатель хорошо, городской проходила экономики. Проходила информация о том, что у контролирующих органов возникали какие-то решения, какие-то вопросы к вот этим озвученным выше решениям городского совета? Ну, мы, как бы, конечно, с недоумением немножко относимся к такому интересу, потому что это же не частная зона, это же не для фирмы какой-то делается, это вот городская территория, просто вот организационно она оформлена в виде участка земли, которая земля остается городской, то есть никто ее не продает, не отдает, на которую просто привлекаются инвесторы. Поэтому все, что необходимо было, мы предоставили, ну, я думаю, что, ну, наверное, рассмотрят компетентные органы, скажут, что все в порядке, и мы продолжим дальше регистрацию. Хорошо. Видим по анонсам, что 28 сентября в Николаеве будет проведен форум «Энергоэффективность в жилом фонде. Лучшие практики регионов». Да, действительно. Если вы помните, летом у нас проходил форум энергоэффективности на площади Соборной. Одним из организаторов был Центр энергоэффективности, который мы создали в прошлом году. И планируя свою деятельность, вот, работая с ОСМД нашего города, они предположили и вышли с предложением, чтобы организовать подобное мероприятие по югу Украины, здесь будет задействован Одесса, Николаев, Херсон, чтобы собрать ОСМД и поделиться между собой успешными практиками. Ведь что самое сложное в этом процессе? Даже не финансирование или его отсутствие. Самое сложное заставить людей поверить. С этим сталкиваемся мы, когда агитируем ОСМД участвовать в программах энергомодернизации. И с этим сталкиваются сами участники ОСМД, агитируя своих соседей присоединиться и дать свое согласие на этот процесс. Поэтому собирается пул людей, представители ОСМД Николаева, Херсона, Одессы, пул спикеров, и это разнообразные даже столичные спикеры, которые будут говорить о том, как это работает и почему это работает. И будут делиться общими, как говорится, достижениями в этой сфере, будут говорить о том, с какими трудностями и самое главное, как они преодолевают эти трудности, вот, и будут показывать в том числе и лучшие практики. Что такое лучшая практика? Это вот, то есть в Николаеве, допустим, у нас уже есть дома, которые реализовали комплексное утепление фасадов, есть дома, установившие ИТП, есть дома, там, которые еще что-то энергомодернизируют, то есть те вот лучшие, которые рискнули большим и получат в итоге больший эффект, будут презентовать свои программы, свои результаты, своей деятельности. Мы считаем, что это правильное мероприятие, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех
посетить и средства массовой информации, и представители ОСМД, хотя мы делаем рассылку для всех, ну, может быть, кто-то не прочитал, поэтому в пятницу бизнес-центр Александровский, 10 утра, регистрация, пожалуйста, всех приглашаем поучаствовать в мероприятии. Регистрация будет на месте или она предварительная? Можно предварительно зарегистрироваться, можно на месте, то есть мы будем рады всем, кто придет, потому что нам есть что рассказать, и такое мероприятие в городе, ну, будет проводиться впервые. Ну и, может быть, еще несколько слов. Энергомодернизация социальных объектов. Ну, собственно, когда создавались, собственно, вот в городе Николаеве, когда стартовало направление энергоэффективности, то в первую очередь ставили себе целью привести в некое соответствие современным стандартам школы, детские сады. Ну и, собственно, видим, что эта программа реализовывается. В какой стадии сейчас? Что планируете сделать до конца года и, собственно, какие перспективы на 2019 год? Когда разрабатывалась программа «Теплый Николаев», депутатский корпус и вот разработчики в первую очередь обратили свое внимание на то, что очень много средств тратится на содержание бюджетной сферы, отопление, электричество и так далее. Безусловно, высвобождая средства, экономия энергоресурсов в бюджетной сфере, мы получаем дополнительный финансовый ресурс для того, чтобы решать другие городские проблемы. Поэтому в первую очередь она была построена таким образом, чтобы реализовывать энергоэффективные проекты в бюджетной сфере. Мы этот проект запустили в прошлом году, придали, как говорится, ему ускорение. И вот в этом году мы уже можем говорить, что перешли ко второму этапу. Это жилая сфера. Сегодня можно наблюдать, как меняются окна в общедомовых подъездах. Сегодня можем наблюдать ОСМД, которые участвуют в программах. В следующем году, я думаю, мы покажем, что такое комплексная энергомодернизация жилого дома. Просто для того, чтобы люди увидели, как это может быть. Так вот, про первый этап никто не забыл. Первый этап просто запущен и идет своим путем уже. Безусловно, мы тоже обращаем огромное внимание на его реализацию. На сегодняшний день разработано уже 30 проектов. 30 проектов энергомодернизации бюджетной сферы. На сегодняшний день мы столкнулись даже с тем, что некоторые управления, ну, скажем, немножко обижаются, да, потому что управлению образования мы уделяем много внимания, потому что там дети, детские сады, школы, а больницы мы немножко сдвинули на второй план. Это не потому, что мы считаем, что менее важный социальный объект. Просто спроектировать энергомодернизацию лечебного учреждения это гораздо больше, более сложно и ответственно. Поэтому мы обязательно приступим к проектированию в следующем году. Я думаю, несколько учреждений будут сделаны. На сегодняшний день уже практически готова 60-я школа. Это первая школа, которая по комплексной модернизации прошла через департамент энергетики. Я думаю, что ко Дню Учителя мы ее торжественно откроем, покажем все нововведения, которые там включены. На сегодняшний день реализуется проект энергомодернизации третьей школы. Состоялись торги по детскому саду номер 87, это в Ракетном урочище. Проходят торги по школе номер 29. То есть, безусловно, это будет уже проекты следующего года. Однако это то, что проходит долгую и непростую процедуру торгов по системе Прозорро. Выбирается подрядчик, определяется путем конкурса, и с которым уже начинается планирование действий. Что-то будет сделано в этом году, что-то будет сделано в следующем году. Завершаются работы на 139-м с детском саду. Корректируются работы, там в проекте некоторые несоответствия по детской музыкальной школе номер 5. Это, я напомню, те проекты, которые мы профинансировали из департамента, но были созданы другими управлениями. Просто они были готовы, чтобы, ну, бумага, грубо говоря, не осталась бумагой, мы приступили к реализации. Сегодня мы не собираемся плодить огромное количество проектов. Мы хотим реализовать то, что есть. Сегодня мы работаем по привлечению, как я и говорил, дополнительных финансов. И вот, приоткрывая завесу, скажем так, школа номер 14, это будет первая ласточка по софинансированию. Все детали расскажу немножко позже, но хочу сказать, что вот уже есть результаты в этом направлении. И школа номер 14, в частности, будет энергомодернизироваться не только за бюджетные деньги. Вот. Кроме того, в школах идет внедрение эско-контрактов, эско-механизмов, и сегодня 26 объектов на завершающем этапе до включения системы отопления. Все ИТП, которые там смонтированы, не за бюджетные деньги, а это более 15 миллионов гривен, уже установлены, уже готовы принимать тепло и уже готовы в необходимом количестве поставлять
путем регулировок на детские сады и школы. Поэтому здесь есть о чем рассказать. Это, наверное, тема отдельной передачи вашей, или, наверное, при отчете в конце года мы будем очень развернуто об этом говорить. Вот. За этот этап, грубо говоря, я уже спокоен, он запущен и с этих рельс уже не свернет. Сейчас важно запустить жилую сферу, и это мы увидели в Литве, как это может быть. Безусловно, будем стараться сделать это все в Николаеве в ближайшее время, пустить уже на, скажем так, на промышленный темп эти процессы. Лимиты денег для компенсации теплых кредитов. Есть деньги до конца года? В бюджете предусмотрено в этом году 8 миллионов. И мы обеспечены до конца финансирования. Кстати, послезавтра пройдет очередное заседание комиссии по компенсации. Все реестры, которые к нам пришли, будут компенсированы в полном объеме. Что касается государственных денег, то на сегодняшний день обсуждается возможность добавить 100 миллионов гривен до конца года на эти нужды. И я надеюсь, это будет сделано, потому что заявок очень много, а 100 миллионов, откровенно говоря, в рамках Украины не так много. Вот. Ну и большая просьба к облгосадминистрации, потому что она тоже является одним из участников компенсаций, предусмотреть немножко большую сумму для компенсации, потому что 300 тысяч на год не хватает, и это всего лишь там порядка 5 ОСМД, а у нас их сегодня уже больше 50. Поэтому, если можно, мы обращались письменно, работаем с профильными управлениями в облгосадминистрации, чтобы они добавили необходимое финансирование. Это поможет запустить эти процессы не только в городе, но и в области, в областных городах областного подчинения также. Но процесс идет. Процесс идет, и самое, вот я могу сказать, что он уже, свернуть назад уже не получится. Он уже на рельсах, он продвигается. Олександр Мальчук, заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. Дякую. До побачення.